와, 소피야, 이거 뭐야? 내가 만든 글리터밤 슬라임. 스스로 만들었어? 내가 만들었어. 대박. 봐봐, 어떻게? 예쁘지? 그냥 그 내가 만든 좀 쫀득한 클리어 슬라임하고 투명 색깔 슬라임에다가 이 글리터를 이제 요즘에 이런 거 비싸잖아, 막. 고급스럽게 막 만들었네. 6천 원, 7천 원 하지 요즘은. 와. 소피야, 엄마 채널이 만면 된거 알지? 이벤트 할 건데, 말을 해. 처음에는. 엄마가 이제 러시아 채널이다 보니까 이벤트 할때 먼저 러시아 사람들한테 이벤트를 할 거예요. 보내야 되니까, 네, 소포 보내야 멀리 되니까 멀리 멀리. 소포를 좀, 이렇게 소포를 이제 러시아까지 보내야 되기 때문에 그게 힘들기 때문에 러시아 먼저 보내주고 한국은 뭐 빨리 보낼 수 있으니까 러시아 분에게 먼저 보내준 다음에 한국 분들에게도 이벤트를 열게요. 소피야, 이거 선물할 거야? 한국 친구들한테? 이거 내가 조금 더 고급지게, 더 고급지게 만들어서 선물할 거야. 그러면 이제 조금만 더 기다려 주시고 다음에 만나요. 안녕! 이벤트 참여 많이 해주세요! Всем доброе время суток, с вами Ольга по-прежнему, но сегодня будет у нас немножко необычное видео. Сегодня я хочу провести такой небольшой ивент по поводу того, что у меня на канале уже 10 тысяч подписчиков. Это невероятно, многие из вас меня уже поздравили в комментариях, и спасибо вам большое за это. Вот, я никогда не ожидала, что на моем канале может быть так много подписчиков. Мой канал довольно молодой, всего 5 месяцев, как он открылся. И это просто невероятно, что такое количество людей интересуется Кореей и простой нашей вот семейной жизнью, в частности. Это очень-очень приятно. Я очень благодарна вам за все ваши комментарии добрые, за вашу поддержку. Это мне очень помогает и стимулирует развивать канал, развиваться дальше как-то. Да, я сегодня, кстати, посмотрела свои старые видео. Это просто ужасно. Как вы их смотрите? Казалось бы, прошло всего 5 месяцев, но я посмотрела сегодня свои первые видео. Это просто какая-то зажеванная пленка такая. Здравствуйте, дорогие, как Брежнев говорил раньше. Вот, но я не могу смотреть. Я не могу смотреть свои старые видео, я не могу смотреть свои новые. Мне все не нравится. Но вам нравится, судя по тому, как количество подписчиков растет, и меня не может это не радовать. Большое спасибо. Вот, и сегодня я проведу такой ивент. Софья меня долго учила, как это делать, так как я вообще в этом деле полный профан. Она мне: «Мама, сделай так-то, так-то и так-то. Всегда так делают. Что ж ты совсем ничего не знаешь и не понимаешь?» В общем, Софья меня научила. У меня здесь подарки. Дело в том, что в последнее время многие мои подписчики спрашивают, как мне удается поддерживать чистоту в доме, идеальную такую, да, несмотря на такое большое количество животных и как бы детей, их хоть и немного, но они еще хуже животных этих, мусорят постоянно. Вот. И также были вопросы в связи с корейской бытовой химией, чем я пользуюсь, какой химией там бытовой, да, хорошая ли корейская бытовая химия, и стоит ли ее покупать, если ее продают в России. Вот насчет продаж в России я ничего сказать не могу, потому что есть вероятность того, что вам просто подделку продадут. Просто были такие случаи уже. Мама моя покупала какие-то корейские товары, и она говорит: «Тут все на корейский, по-корейски написано, посмотри, это точно из Кореи». И я потом уже, когда брала этот продукт, да, и читала там, знаете, таким мелким-мелким шрифтом, у меня стопроцентное зрение, поэтому я смогла прочитать. А другим людям, наверное, лупа понадобится. Там все-таки написано, что продукт этот был изготовлен не в Корее, а где-то в другом месте. Поэтому остерегайтесь подделок, я вам хочу сказать. И в России не всегда корейские иероглифы означают, что этот продукт изготовлен именно в Корее. Будьте осторожны. Вот. И вы можете купить какую-то подделку и сказать: «Блин, корейские товары просто что за фигня?» На самом деле это не так. В Корее существуют очень высокие стандарты контроля качества продуктов, да, как, наверное, наравне с Японией или Германией. Здесь очень строго следят за тем, чтобы этот продукт был безопасен, как минимум, чтобы он был безопасен. Но по моему опыту я скажу, что корейская бытовая химия, так же как и косметика, это инновационные продукты, они безопасны, они очень эффективны, и они очень приятны в
использовании. То есть это будет всегда хороший запах, это будет приятная текстура. В общем, я использую только корейские, конечно же, продукты. И ими же хочу с вами поделиться. Да, да, да. Даже если вы мой подписчик мужского пола, не расстраивайтесь. Всегда можно эту бытовую химию подарить ее маме, там, сестре, жене, неважно. Все равно они в быту всем пригодятся. Вот. В общем, вот эти средства бытовой химии я отправлю тому, кто победит, в моем конкурсе. Кто ответит правильно на три вопроса. Немножко хочу ознакомить вас с этими средствами. Это два вида жидкости для мытья посуды. Один из шелухи риса, а другой из шелухи пшеницы. Оба они безаллергенные, или как это назвать-то? В общем, они безопасные, они очень качественные, они очень хорошо пенятся, они экономичные. Короче, нормальный, короче, хороший продукт. Так, следом у нас идет. Это просто сегодня у нас выходной, и большой гипермаркет был закрытый в нашем местном, в общем, я прикупила. Но это все корейское производство, это все хорошие вещи, которыми я пользуюсь сама. Это вот тоже моя любимая вещь. Это ополаскиватель для белья с очень приятным запахом и концентрированный, то бишь его немножко нужно наливать и... Супер. И два средства для... Что-то упало. Это для мытья ванных комнат, душевых, туалетов. Видите, 99 здесь написано. Это значит, что он почти 100% бактерий убивает. И это средство для уборки кухни. Вот. С запахом лайма. Вот. Здесь везде вы найдете значки такие, где показано, что средство нужно использовать в перчатках, что нужно от детей как бы изолировать, и чтобы не попадало в глаза. В общем, все вот эти значки, они здесь есть, и в принципе больше ничего не надо. Все корейские средства, они дают такую густую пену. Да, наверное, сейчас я вам покажу, как это действует наглядно. Вот. Дальше я приготовила вот такие... спонжики, тоже корейского производства. Вот этот спонжик я использую для уборки ванных комнат, там вообще для уборки, короче. Ой-ой-ой, что-то упало у нас. Вот этот спонжик для мытья посуды. Классный спонжик. И вот эти тряпочки, набор тряпочек. Микрофибры, короче, тут написано. Микрофибры. В общем, эти тряпочки очень хорошо помогают как для зеркальных поверхностей каких-то, стекольных, зеркальных, так и, ну, вообще для уборки супер тряпочки. В общем, вот. Теперь, что же касается непосредственно ответов на вопросы. Вопросы будут не интеллектуального характера, это будут личные вопросы обо мне, поэтому, скорее, это будет похоже на лотерею, вы будете просто угадывать из трех предложенных вариантов один. Правильный. Три вопроса, три варианта ответа. Вопросы будут под цифрами 1, 2, 3, а варианты ответов под А, Б и В. То бишь ваш ответ должен выглядеть как, например, А, А, Б через запятую, или А, В, В, там, или Б, А, В. Там. Ну, в общем, вы поняли, да? Всего три цифры, три буквы А, Б и В, и всего три вопроса. И первый вопрос, чтобы уж не мудрить, знаете, так все, что в голову пришло. Первый вопрос. В каком году я приехала в Корею? В 2000 году. Б. В 2001 году. И В. В 2002 году. Правильный ответ пишите. Вопрос номер... Кстати, забыла сказать. Мама, ты не участвуешь. Ты знаешь все ответы на эти вопросы. Кроме тебя никто не знает. Так что, мама, ты не участвуешь, я тебе отправлю так посылку. Вопрос номер два. Где я познакомилась с мужем? В Казахстане, на своей родине. Б. В Корее, на территории Кореи. И В. По интернету. Так, третий вопрос.
какая у нас разница в возрасте с мужем? Муж меня старше. А. На 9 лет. Б. На 13 лет. И В. Да вы ровесники, о чем ты вообще умеешь? В общем, я задала 3 вопроса. Первый, кто ответит правильно на все 3 вопроса, получит этот подарок. Дерзайте. В заключение хочу сказать, что мне очень жаль, что я не могу подарить подарок всем вам, всем 10 тысячам подписчикам, и мне очень бы хотелось это сделать, и я надеюсь, что в будущем еще будут проходить такие же какие-то ивенты, будут поводы для этих ивентов, для этих конкурсов, и поводов дарить вам подарки будет много, будет их больше намного. Вот. Всем удачи, всем пока, и желаю победы!